И амбициозные намерения больше не гложет. Я спокойно работаю и занимаюсь приятными в жизни вещами. Еще один гость сейчас рвется в нашу студию, чтобы поздравить Сергея Васильевича с юбилеем. Давайте встретим вашего друга Крис Кельми. Говорят, просто бушует за кулисами. Сколько вы не виделись? Лет 100 примерно. Вопрос. Сергей Васильевич, вы помните себя вот таким нарядным, как Крис Кельми, веселым? Пол жизни в таком виде проходил. Дело в том, что я думал, что подарить этому удивительному человеку. Вот. Вы знаете, я принес ему составную часть моей нижней челюсти. Вы считаете, что Сергею Васильевичу пора уже в 50 лет сменить челюсть, да? Сейчас я, можно я по телевизору снимать? Я нормально разговариваю, не вижу. Тогда на самом деле, не скрою вам, Алла Борисовна сказала мне одну. Она сказала удивительную фразу: действуй. И он начал действовать. Совершенно верно. Какая ваша любимая песня в исполнении Криса Кельми? Какая ваша любимая песня в исполнении Челобана? Не помню. Вас ждут за кулисами. Крис Кельми, ваши аплодисменты. Congratulations.